что поищем вход. И устроим себе экскурсию. Всем привет! С вами снова я, Ниагара, и наш братья Драйки. А тут есть сигнал-то? Я сказал, поищем вход, а не разобьем окно. Да, пои. Прохладно стало. Угу. Отдать куртку? Идти дальше. Поищем вход, конечно, не с главного полезем. Ну и там потерял сознание, как-то падал. Давай с той стороны зайдем. И сейчас как бы вспоминают, как они в детстве там лазили. Наверное. Я так думаю. Ну, естественно, с заднего. Смотри, окно открыто. Не зайдем. Точно. Окно. Так, иди за мной. Руку! Давай руку. Я же еще мелкая. Мелкий. Ну, короче, вы поняли. Эй. И что значит пошли? Я так не могу, как ты. Ладно. Я сюда тогда. Как-то я отвыкла от того, что Нейтан такой маленький, нифига не может. Вот. Давай, Нейт. Даю. Давай, излезай. Стрёмно. Да. Держи. У меня два. Запасся. А мы какую-то конкретную комнату ищем? Короче, высматривай книги, дневники, документы и все в таком духе. Угу, понятно. Тут ничего. Ботинки, фляжки, ну что-то такое, типа, может, со времен какой-то войны. Пылище-то сколько. Дверки трогать не будем. Мисс Эвелин, меня зовут Киничиро Намба. На прошлой неделе я был на вашей лекции в клубе путешественников, где вы говорили о своей последней находке, комплекте брони времен Тогугавы, который вы обнаружили на побережье Окинавы. Ваше выступление было совершенно изумительным, но вот тон вопросов из зала меня смутил. Я уверен, что признание уважения за проделанную человеком работу не должны зависеть от расы или пола. Полагаю, нам обоим пришлось столкнуться с трудностями подобного рода. Сегодня я пишу вам, потому что, как мне кажется, в мои руки попала французская рыцарская броня. Хотя я не уверен насчет страны и времени ее происхождения. Если у вас есть свободная минутка, я был бы очень признателен за любую помощь. Примите мои извинения, если это покажется вам слишком прямолинейным, но я буду в городе всего только месяц. В сентябре отправлюсь в Исландию следовать место погребения викингов, и было бы очень жаль, если бы мы не смогли встретиться до моего отъезда. Если вы согласны встретиться со мной, я остановился в Леноксе. Я очень надеюсь, что вы не откажетесь наилучшими пожеланиями, Киничиро Намба. Нам это как-то пригодится в жизни. Зачем я все это прочитала? Ладно. Да-да-да-да. Сэм, что ты там залип? Ничего путнего не нашел. Да тоже. Не-а. Фигня какая-то. В чердаке их точно нет. В этих коробках только старое походное снаряжение. Ну да. И какие-то перевязанные книги. В дом полезем. Спускаемся. Прям ничего не боится. И как нам их найти? Продала. Мамины тетради? А ты не помнишь? У нее они все были в белых кожаных переплетах. Да помню я, но чердак-то огромный. Ну. Ага, белый переплет. Есть. Я вроде нашел. Серьезно? Нет. Это не мамина. Реликвия Тогугавы. Давай искать дальше.
Ладненько, точно такие вот тетрадочки, книжечки мы ищем. Окей, о, можно забацать. Футбол. Здрасте. Поищем, поищем. Ничего другого приходить не хотите? Лошадка. Еще какое-то письмо. Дорогой Эдди, привет тебе из Перу. Надеюсь, мое письмо дойдет до тебя. Здесь нет почтовых отделений, лишь аэродром в виде узкой полоски травы. Да неспешные лодки, что идут вверх по реке Ману. Вот и все пути, которыми можно передать весточку. Хотел бы я, чтобы ты был с нами вчера. Я видел обезьян-ревунов. Они ярко-оранжевые, с очень выразительными лицами и неуемным любопытством. Но я бы не назвал звуки, которые они издают ревом. Это не то ураган, не то львиный рык. Если бы это не было противозаконно и очень опасно, я бы привез такую тебе. Твоя мама занята приготовлением к завтрашнему походу в джунгли, где мы надеемся завершить научную программу экспедиции. Она просит передать, что очень любит тебя. Обещаю, когда ты станешь постарше, мы обязательно возьмем тебя в одно из таких путешествий, и ты сам сможешь познакомиться с этим большим и прекрасным миром. Веди себя хорошо, береги бабушку и прилежно учись. Увидимся через месяц. Любовью, папа. Эти коробки тебе ни о чем не напоминают? О чем? О наших вечных переездах. Точно. Mm-hmm. Папа еще говорил, зачем их распаковывать, все равно через месяц опять съезжать. Ага. Вот ведь скотина. Так и жили на коробках. Никак! Ну-ка, давай вместе. Готов? Хай! Хай, он кричит. Хай! А это что? Круто, круто. Ого. Это саркофаги какие-то. Ага. Посмотри. Да тут кругом эти гробы. Ну, саркофаги. Сэм? Настоящие? Что это за место? Ну, надо узнать. Дом такой вообще типа музея. Столько всего в нем хранится. Древний портрет какой-то весь. Потрескавшийся. Подожди. А, что-то светилось. Я думаю, можно что-то прочесть. А этот древнеримский. Третий, может, четвертый век. Класс. Так, подожди, тут спуск вниз. Эй, ты, не могу обойти. Эй, узнаешь? Я где-то такое уже видел. Лежачие фигуры. Работы этрусков. Да, точно. Да, муж и жена похороненные вместе. Офигеть. Жутковато. Но в то же время круто. Ага. Это тоже такая жуткая штука. Туда закрывали человека и захлапывали. Может, у них и динозавры есть? Не удивлюсь. Ха-ха. Вот тоже египетская штучка. Сосуды для органов. Клёво. Целое огромное состояние историческое в этом доме. Где-то же вот правда есть такие дома. Когда-то что-то наскупали там на аукционах, возможно. Или находили, или выкрали. И хранится. Офигеть, прикольно. Так, ну что, мы там вниз, да, должны пойти? Здесь книги, но они такие обычные. Почему этот дом заброшен, интересно? Вот еще одна. Прям сверху такая лежит. Не-а. А здесь мы видим древнюю месопотамскую стиралку-сушилку. Сюда тоже можно будет зайти. Всегда. Да, вы вырастите будете два остряка.
особенно Нейт. Так, да, дверь заложена, тут таинный погреб. Эй, Нейт, посмотри, ну-ка, кто я? А? Доктор Ливингстон, ну что ж ты? Клёво. Что там? Ага, опять какая-то записка. Письма везде по всему дому разложены. Эх, я б что хочешь отдал за такое приглашение. Давно не виделись, надеюсь, уже в этом году ты к нам заглянешь, Чарльз. Приглашение. Большинчок в холодильнике. Наверняка нифига нет. Куда поедем? А? Ну куда бы ты хотел поехать больше всего? Кто, я? Ну да. Так, ну? А ну-ка? Ну-ка. Индия. Ага, посетим Тадж-Махал. Крутится, вертится. Советский Союз. О! Давай в Москву. С этим может быть проблемка. Глянуть бы на Красную площадь. Советский Союз, конечно. Эту я уже читал. Да? И как, интересная? Вообще-то суперская. Она про первую женщину-европейку, побывавшую в Лхасе. Так, куда дальше-то нам с тобой? Ничего так и не нашли. Эй, смотри! Я в ней буду ходить, ну ладно. Неплохо. Это мы плодородие. Ух ты, стол такой же огромный, как те, что в приютской столовой. Еда наверняка получше. Да любая будет получше. Класс. Наверняка крутые вечеринки закатывали. Вечеринки. Судя по вещичкам, денег у них было предостаточно. Да. Ага. Но последняя вечеринка явно была очень давно. Да, здесь никого давно нет. Вот, тоже. Терракотовый, по-моему. Воин. Кремниевые ружья? Интересно, они еще стреляют? Да фиг там. Серьезно, как по музею ходим. Подожди, тут что-то, по-моему, можно было смотреть, нет? Опять тот же портрет. Как в самом начале. Ого. Лоуренс Аравийский. Всегда хотел посмотреть фильм. Так, где ж... где ж запрятали-то? О, тут еще полный-полный. Ну, дом огромный. Рыцарский доспех. Французский вроде. Огроменный дом. И шикарный. Это главная дверь, да? Может, не стоит фонариком прямо в окна? Давно здесь никого не было, видите? Писем сколько. Хотя да, зачем меня слушать? Чего ворчишь, а? Гонг с драконом. Откуда ты из Юго-Восточной Азии? Круто. Здорово. Одна в походе. Так. Что за скрип? О, какая модель. Я как сама в музее. Смотри, побывала. Компас. Гномон. Только представь, ты один посреди моря. И эти инструменты — все, что отделяет тебя от гибели. Да, с ума сойти. Очередное письмо. Ой, что там так много читать? Давайте я его, может, промотаю на этой. Возьми, возьми. А, все, да. Ладно, не прочли. Я думала,
просмотреть. У них причем стилизованные какие-то комнаты. Каждая по-своему. И очень-очень много всякого этого антиквариата. Эй, тут у них твоя любимая книга. История пират. Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных знаменитыми пиратами. Скорее уж, всеобщая выдуманная история. Даже автор не настоящий. Настоящий или нет, но похоже на первое издание. Ты серьезно? Вот так дом. Ну и ну. Хочешь ее забрать? Не, она рассыпется в прах у меня в рюкзаке. Так, что здесь мы не были? Граммофончик. Отлично. Так хоть повеселее. Позволит добавить саркофаг. Ты любишь классику. Извините, я человек разносторонний. Не перебиваю. Коллекция из гробницы Аменхотепа в нашем музее. Я прекрасно понимаю ваше нежелание с ним расставаться. В конце концов, я можно почитаю, а? Это найти такой артефакт. Наверное, очень трудно. Все, вы закончили? Я прекрасно понимаю ваше нежелание с ним расставаться. В конце концов, вы нашли его раньше нас. Но мы готовы очень хорошо вас вознаградить. Я обещаю вам, что с саркофагом буду обращаться со всей аккуратностью и уважением, которые полагаются столь ценной вещи, на поиски которой было потрачено столько сил. Вы годами наслаждались его великолепием в своем доме. Пришло время поделиться им с миром. Я надеюсь, вы пересмотрите мое предложение, Питер К. Глава отдела приобретений. В общем-то, отказали Питеру, раз саркофаг все еще здесь находится. Он хотел приобрести. А они не продали. Японский. Да, а герб-то узнал? Одевай, круто. Листья алтей. Это... Сейчас, не говори. Клан Токугава. Да, молодец. Ладно, мне кажется, маминых дневников тут нет. Не-а. Пойдем-ка глянем, что там наверху. Еще какое-то письмо. Ух ты! Мой дорогой. Они знали Амелию Эрхард. Я. Да ладно. Нифига себе у них друзья. Твое путешествие в Эльмирадор. Это прекрасно нашел. Какую-нибудь безделушку индейцев Майя. С нетерпением жду твоего рассказа, как только вернусь. Твоя, ну там, понятно. Так, куда ты сказал, пойдем? Куда-куда? Наверх? Долго ж мы тут ищем. Заперто. Заперто. Так-то вроде весь дом открыт. Может, дневники где-то там? Надо найти другой вход. Ну, началось. Другой вход, другой выход. Так, подожди. Нет, показалось. Да, там письма просто лежат. И где мы его будем искать, по-твоему? На второй этаж вход. Это тебе не по горам скакать. Если уж заперто, так заперто. Что, куда ты смотришь? Вентиляция? Или что там? Да ладно. А как мы туда попадем? Эй, вентиляция, смотри. Ну. Точно. Мы можем по шахте пробраться. Не мы, а ты. Что? Я туда не влезу. Ты справишься? А ты что? Типа сомневаешься? Ладно. Ну тогда дерзай. Здорово, блин. Так, подожди, я сначала соображу, как мне туда попасть. Тут есть винтовая лестница, но она вся завалена, с нее не перепрыгнуть. Опа. Полароид. Полароид. Дай-ка сюда.
Походу, работает. Встань-ка ближе. Улыбочку. Не теряй. Потрясти еще. Пока не проявится полностью. Еще маленько. Классно, да, придумали? Сводку, вот тебе моментальный эффект. Ну что, все вроде? Или еще? Нет, все, вот так нормально. Ладно, полезли. Тут предлагаешь мне по тебе лезть? Полезли, ладно, хорошо. Только не грохнись. Да, ладно. Сначала сказал, давай, давай, ты справишься, потом только не грохнись. Смотрите, какая штука тут. Что-то типа дракона, но он, не знаю, больше похож на собаку, но все же это дракон. И с той стороны тоже. Ой, простите. Жаль. Так, штурвал. Тоже, наверное, какой-то непростой. Мы внутри. Вот. Куда-то вот сюда, так, давай. Напоминает это, как они на аукционе лазили. Дверку открой ему. Отсюда тоже не открыть. Да господи. Смотри, может, там есть ключ? Кодеин. Куча таблеток. Туда какая-то, как медицинская вообще комната. Там какие-то препараты. Кровать. Кто-то тут прямо сильно болел. Эвелин, я надеялся, что мне не придется отправлять это письмо. Я думал, что после того нашего разговора мои намерения были ясны. Я считал, что, игнорируя твои попытки связаться со мной, я понятно выражаю свою позицию. Обнаружив, что ты отправила моей дочери чек, я осознал, что выразил свое отношение к этому вопросу недостаточно прямо, недостаточно для тебя во всяком случае. Я не нуждаюсь в твоих деньгах, а точнее, я не хочу брать твои деньги. Я могу и сам позаботиться о своей семье без твоей помощи. Это оскорбительно для нас обоих. Мы слишком умны, чтобы притворяться. Будто подобные пустые жесты могут как-то оживить наши отношения. Те крохи симпатии, что еще теплились во мне, когда-то умерли в тот день, когда ты не соизволила даже появиться на похоронах отца. Он любил тебя до последнего вздоха, я нет. Я желаю тебе примириться с собой, чтобы ты там не искала всю свою жизнь, но требую, чтобы ты не пыталась связаться ни со мной, ни с кем-то еще с моей семьей. Эдмунд. Вот это грустно. Угу. Что тут произошло вообще? Так, и там давай пройдем вот ключ, наверное. Да. Нашел. Но мы сюда так хотели попасть, а я не вижу по-прежнему никаких дневников-то этих. Они же ради них сюда залезли. Что там? Никаких дневников. Медкабинет. Ладно, осталась последняя запертая дверь. Пошли. Лезли, лезли, короче, я же говорю. Ну, взяли ключ зато. Ого. Море дневников. Ну, поищем. Мы в нужном месте, я чувствую. Сначала коробки, первым делом. Именно в таких находились.
Ого. Сэм. Нашел что-нибудь? Вот они! Райские богатства? Все читать не будем, да? Эвелин купила у коллекционера первое издание «История пиратства». Райские богатства. Ого. Эвери. Генри Эвери. Захват Ганки Савая. О. Что это у тебя? Этого я не видел. Да, я тоже. Но это определенно мамин почерк. Поднимите руки. Медленно. Эй-эй-эй, это ни к чему. Что у него там? Цельтесь в меня, пожалуйста. Дай мне дневник. Ладно. Прости, Нейт. Что теперь? Теперь мы ждем полицию. Слушайте, ну зачем вам этот геморрой? Стоп. Ну, то есть, но вам надо портить жизнь двум пацанам. Мне бы не хотелось в тебя стрелять. Да ладно, мы же ничего вам не сделали. Мы все должны отвечать за свои поступки. Хоть его отпустите. Я хотел показать ему мамины вещи. И все, он ни в чем не виноват. Что? Я говорю, это моя затея. Нет. Мамины вещи? Ну да. Вот это... мамин дневник. Вы дети Кассандры Морган. Здрасте. Господи. Чуть вас не убила. И еще не поздно. Может, пушку уберете? Самое время покурить, ага, такая. Вы знали маму? Она у меня работала. Как вы, конечно, заметили, я кое-что коллекционирую. Нифига себе всякое. Мама была у вас переводчицей? Ваша мама была таким историком, каких еще поискать. Мы столько могли сделать вместе. Но ее болезнь... Простите. Да, ничего. Это было давно. Из всех ее открытий... Это могло стать величайшим. Sic parvis magna. Великое начинается с малого. Девиз Фрэнсиса Дрейка. Наши обычные застольные темы. Латынь и история. Мы были странной семейкой. А вы в курсе ее теорий про наследников Фрэнсиса Дрейка? Не было у него наследников. Да. Ага. Это если судить по архивам. Но мы с вашей мамой думали иначе. От мечты узнать тайны этого пирата мне тоже придется отказаться.
как и от многого другого. Извините. Старушечья болтовня. Вот. Это не только мое, но и ваше. Кто знает? Может, однажды вы закончите то, что она начала. Вот черт! Она забыла позвонить. Значит, вы... и отменить вызов. Сдавать нас не будете? С копами я разберусь. А вы сами вошли? Значит, сможете сами и выйти. Да. Ну-ка. Спасибо. Вы извините нас. Все, давай, Нейт. Пошли. Ну, ё-моё. Вам плохо? Как-то не вовремя это все. Господи. Нет. Эй! 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 Сэм? Мэм? О, это черт. Полиция! Что у вас? Все, надо валим. Что-то сделать. Да, надо ноги уносить. Нельзя ее так бросать. Ей уже ничем не поможешь. Давай, надо бежать, если копы увидят нас тут с ней. Мэм? Нейт! Надо бежать! Быстро! Черт! Да. Окно! Окно! Быстро! Проблемы, как обычно. Мы уже вошли. Ты пойдешь наверх! Ты со мной! Опять не палимся, да, типа? Подожди. Уже там и фонарями светят. Так, погоди-ка. Ничего ты прыжки-то совершаешь, мне это, наверное, так не допрыгнуть. Черт! Как обычно. Так, давай. Здесь мы пойдем наверх. А отсюда как мы? Блин. Чё там? Сильная подстава. Много. Ух. Главные ворота, ясно? Давай. Хорошо. Тихонько, ага. Ты живой? Эй, там! Не двигаться! Бегом! Замечательно, блин. Оторвемся! Это мистер Мёрфи. Вижу, на крыше твоих подозреваемых. Стоять на месте! Офигенно. Я тут только за братом ношусь. Ау! Стоять! Беги сюда! Куда? Происходит. Да здесь не пройти. Последнее предупреждение. На землю. Руки за голову. А что, в детей будете стрелять? Всем обалдели. Попался. О, чёрт. Ой-ой-ой. Офигеть, сколько их тут понаехало. Пошли. По идее, пока они не выяснили, в чем подозреваемый, они не могут стрелять. Сейчас. Тем более в мальчишек. О, мотоцикл. Залезай, погнали! Свалили. Ну что, держишься?
Ну, вроде все. Давай передохнем немного. Да? Ну и ночка. О, да. А она... Так, слушай меня, мы ни в чем не виноваты. Эта старуха была, короче, больна. А ты можешь жалеть ее, но не вздумай себя винить. А что теперь будет? Я не могу вернуться в приют, а ты на работу. И не надо. Ну-ну. Нет, я серьезно. Мы с тобой свалим отсюда как можно дальше. Ага, копы нас быстро поймают. Ну, им-то нужны Натан и Сэмюэл Морган. Ну да, мы. А если нет? Нейт, там, в доме, ты знал обо всех этих вещах не меньше, чем их хозяйка. Так... Я всегда знал, что нас с тобой ждет что-то великое. Но прежде не знал, что именно. Но это мамино незаконченное дело. Это наш шанс начать жизнь заново, под новыми именами. Я тебя не понимаю. У меня есть контакты. Организуют нам новые документы. Мама думала, у Дрейка были наследники. А почему бы и нет? Ты ведь сейчас не шутишь? Нейт, это наша судьба. И я обещаю, ты и я вместе далеко пойдем. Что скажешь, Натан Дрейк? После этого все изменилось. Мы с ним стали искателями, первооткрывателями. Ну, короче, ворами. Ай! Ты давай не дергайся. Это было время, когда мы то и дело попадали в тюрьму, если не по очереди, то вместе. И когда я его потерял, ну, или думал, что потерял. Ты не хотел лишний раз его вспоминать. Ну, вроде того. Вот и все. Теперь ты все знаешь. Ну, я сомневаюсь, что прямо уж все. Но... Это много. И что ты об этом думаешь? Я думаю, повезло тебе, что я вовремя тебя нашла. Да. Хорошо, что хоть руки-ноги у тебя целы. Вот был бы геморрой тебя отсюда вытаскивать. А как ты меня нашла? Ой, да легко, я просто пошла на звук выстрелов. Нет, как ты сюда попала? Салли. А, конечно. Прием, Салли. Ну, побитый, конечно, но ничего, живой. Здесь постоит второго Дрейка. В смысле? Привет. Ты все-таки с нами? Ну еще бы. Что там с Сэмом? Он у Рейфа. Черт. Ты знаешь, где они? Да, ушли на северную сторону острова. Поищи там местечко, где можно сесть. Когда вытащим Сэма, удирать придется очень быстро. Понял. Эй, а сокровища? Забудь. Черт с ним. Но...
Но Алькасар... Нет, Алькасар нам не угрожает. Сэм набрал. Стоп, то есть его долг... Побег? Да, Сэм все придумал. У меня милый брат. Короче, все подробности потом, ладно? Жду с нетерпением. Вы там поосторожней. Как всегда. Меняемся. Спасибо. Ага. Я в смысле... Спасибо, что спасла меня. Клёвая у тебя жена. В этот раз могла не спасти. Ты права. Пошли. Транспорт есть. Значит, мы направляемся на север острова. Угу. Мы их потом дослушаем. У нас началась следующая глава. Пойдем спасать брата. Следующая серия. Огромное спасибо вам за комментарии. Если нравится, не забудьте оценить, поддержать меня лайком. И до встречи. Всем пока.